Ролан Мюрре и Этали Берторанж представляют свой новый аромат «Une Amourette». Двадцать лет назад я начал свою кухню, став дизайнером-модельером, кем я являюсь и сейчас. Я никогда не предполагал, что этот опыт будет таким удивительным и интересным. Особенно, когда я ничего не делал до этого, ничего не знал о том, как создавать одежду. Я многому научился на своем жизненном пути. Мне повезло встретиться с Этали Берторанж и отпраздновать с ними 20-летие своей деятельности, пройдя тот же неизведанный путь, но в парфюмерии. Неизвестность. Неизвестность – это лучший опыт. Неизвестность обязывает вас узнать себя до того, как вы познакомитесь с технологией создания. Для создания красивого аромата необходима муза. Нужен кто-то, кто вдохновит парфюмера, разделит страсть и эмоции. Ролан стал прекрасной музой для Даниэлы Андрье, а она каким-то чудесным образом превратилась в музу для Ролан. Их яркий тандем, как будто играя в пинг-понг, рассыпался искрами креатива, эмоций и ингредиентов. В этом и кроется тайна магии Этали Берторанж. Найти два прекрасных разума, которые на эмоциональном уровни заряжают друг друга, что перерастает в цепную реакцию красивой композиции на коже. Это была история кожи, история двух людей, история дизайнера и парфюмера. Множество различных историй. Что означает «Une Amourette»? «Une Amourette» — это маленькое увлечение, небольшое любовное приключение. Это момент наслаждения в порыве страсти. Когда я встретила Ролан Мюрре, я сразу представила себе очень сложный и темный аромат, черный и красный. Пачули и индол являются основой древесного, животного, растительного. Он был настолько осязаемым и одновременно немного эзотерическим. Это своего рода алхимия, которая возникает между нашей кожей и сутью аромата. Ощущение равновесия этого аромата стало моментом взаимных откровений. Появилось ощущение огромного удовольствия, потому что я раскрыл для себя новый путь создания чего-то с помощью слов, историй, а реальность отобразилась сразу на моей коже. Даниэла потрясающе реагировала на смешение различных ингредиентов. Это было абсолютно уникально, сродни магии. Верхние ноты ярко открываются на роли, в то время как душистый экстракт ириса, аки-галавут и экстракт ладана составляют основу этой истории. Ролан из Лурда, а живет в Лондоне. Он англичанин и француз одновременно. Он превратился в прекрасную синергию двух наций и двух стран. Ощущение того, что после 20 лет потрясающей карьеры еще есть чему-то учиться, странно и одновременно изумительно. Я все еще учусь, куда двигаться дальше в жизни. А аромат стал своего рода осмыслением того, куда я хочу двигаться в будущем, бросая себе вызовы чем-то до сих пор неизведанным. «Une Amourette» — это все, что делает меня французом в Лондоне. Это мое выражение любви к людям. Это было чудесное путешествие с Этали Берторанж и Этьеном. Прекрасно было получить полную свободу действий и создавать что-то до сих пор неизвестное. Мне нравится этот человек, мне нравится его дом моды, эстетика его дома моды, и мне нравится его аромат. Было удивительным определять, что правильно, а что нет для двух типов кожи, женской и мужской. Но я думаю, «Une Amourette» — это женский аромат, который могут надевать и мужчины. Я ношу его каждый день. Не просто аромат, а состояние разума.